Один, давай быстрее. Ну просто самый лучший этикет стреляет. Почему у него нормальные туфли? У меня туфли с ограниченным шагом. 33 тысячи это... Ну да, нормально. На майбах не хватит нам. 33 тысячи. То есть одну треть бюджета будем тратить. Нам нужны береты. Мне берет нужен точно. И нам нужны для Дюны аксессуары. То есть у нас есть вот такие костюмы. Это просто костюм штурмовик из Star Wars. Но если мы снимаем и добавляем чуть аксессуаров, то как у Дюны и злодеев. Мы снимаем это как у Бэттен чела просто. Нет, тут видишь с руками. И вот точно как у Остина. Видно же, мышцы здесь у тебя будут. Эй, Дюна. Как в смысле? Это никто не отличит, если вот это снять этот плащ и шлем. Никто не отличит вообще. Никто не отличит. Там же еще будет темно, там же подиум так подсвечен. А почему темно, если там подиум? Алло, подожди, давай. Че, как у вас дела? Успеваете? Нормально, мы купили уже Model Look 2024, сейчас едем за дополнениями, и некоторые костюмы нам приедут из-за ренталов. А, они к вам посадки? Да мне всякие узбеки в батле попадаются. Ну, это будет сюрприз. Окей. Батл. Ну вот мы моду только пока собрали, сейчас поедем за остальные луки собирать. А вы куда ездили? Скажу, ну, мы тоже не скажем, где мы были. Давай. Ладно. Вот мы и прибыли на следующую локацию, ребят. Мы сейчас пойдем покупать аксессуары, шляпы, береты, очки. Всякие модные штучки для лука Дюны. И еще мы заказали очень рофильные луки, но мы вам их покажем только когда мы будем уже на подиуме, чтобы сохранялась интрига. Погнали. Шутер, может, постреляем в тире? Давай, погнали. А у нас вообще нет, мы пойдем стрелять. Можно пострелять будет? Из чего? Не знаю, из калаша. Нам по 10 выстрелов быстренько. Просто чтобы попасть нам надо. Лучше с калаша, допустим, взять один на 30 выстрелов. 30 выстрелов сколько? 600 рублей, давайте. То есть мне вот знаете, зверюшек? Да, зверюшки и белых стражей. Я не вижу. Что тут за мишень? Ну, 4 подряд неплохо было. Ну, тут вообще очень плохо видно из очков. Так-то я учился в кадетской школе и стрелял профессионально. Да. Каждый день тренировки были. Ну, сейчас вроде десятка. Ты куда стреляешь, Таня? Помоги хоть чем-нибудь, Ингаров, пожалуйста. Сейчас расплачусь, плакать буду.